8 января эти серебряные колокольчики возвестили о том, что уже в 11-й раз Даугавпилс стал столицей международного фестиваля духовной музыки «Судрбазваны», который из года в год открывает новые имена. Сегодня с уверенностью можно сказать, что этот фестиваль является визитной карточкой нашего города. И на время его проведения Даугавпилс превращается в хоровую столицу Европы. Растет и интерес горожан к Судрбазваны. Впрочем, это неудивительно. Репертуар фестиваля очень разнообразный и рассчитан на любого зрителя. Мне кажется, что любой слушатель может найти свой коллектив, свой хор, потому что здесь участвуют самые различные хоры из самых различных стран. И солисты, и ансамбли, которые поют православную музыку, которые поют старообрядческую музыку, католическую, лютеранскую. В этом году также будут петь спиричуалы американские, госпел произведения. Я думаю, что каждый может найти здесь себе по вкусу. В этом году прелюдией к фестивалю стал конкурс рождественской песни. Участие в нем приняли юные вокалисты из Латгальского региона и Литвы. Церемония награждения победителей состоялась в четверг в Центре латышской культуры. В этот вечер они также принимали поздравления и от участников международного фестиваля, которому еще только предстоит вступить в борьбу за гран-при Судрбазваны. Стать свидетелями музыкальной битвы более 70 коллективов и солистов из Республики Беларусь, Дании, Эстонии, России, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии и Венгрии смогут все желающие. Конкурс хоров, ансамблей и солистов начнется в субботу, 10 января. Весь день на выбор вы можете идти или в музыкальное училище, или в Дом единства. Весь день с утра до вечера будет состязание, конкурс хоров и ансамблей. А в воскресенье состязание хоров продолжится в Доме единства в 12 часов, а в 3 часа будет финал. Все самые лучшие коллективы будут соревноваться за призы. Познакомиться с афишей фестиваля Судрбазваны можно на сайте городской думы daugavpils.lv, а также на портале grani.lv. Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный.